Смотрите, мой пост от 2014 года, 6 января. О царе по имени Арка, сын Халдиды, армянин, живущий в Вавилоне. Я поставила скриншот. Вот, видите, скриншот статьи и поставила ссылку на саму статью. Как понимаете, рабочая ссылка, я ее включила и поставила скриншот. А теперь нажимаем на ссылку. Вот. Статьи больше нет. А в статье было написано об армянине Арка, сыне верховного бога Урартского пантеона Халди, армянине, живущем в Вавилоне. Это известная, конечно, науке статья. Вот армянин. Причем вам скажу, что в антропологии изучается Арка, армянский царь Арка, как арменоид. Он называется арменоидом. Но самой статьи уже нет. Я прекрасно осознавая, что они удаляют ссылки, делаю скриншоты. Я сперва сделала скриншот, потом включила ссылку. Все убирают, все. Поэтому в интернете сейчас очень мало информации. Как только появляется такая информация, они с ними контактируют и подкупают. Как ЮНЕСКО. Вы это увидели с ЮНЕСКО.